мой научный руководитель Рудольф Германович Пехоя, в тот момент ректор Уральского государственного университета, он мне предложил заниматься темой русским населением Урала. И вот, работая с источником, а это акты исторические, изданные археографической комиссией, большие толстые тома с источниками, просматривая их, я не впечатлилась сюжетами, связанными с русскими населениями, но меня очень тронули челобитные ясачного населения, вагулы и осяки в терминологии того времени, в которых они описывали свои беды, свои заботы, свои проблемы. Они могли с ними обратиться к государю, они могли обратиться к воеводе, в которых и в этих челобитных они описывали свои заботы. Вот эти сюжеты меня настолько тронули, что я совершила очень резкий поворот от культуры населения Урала к коренному населению Югры. И вот начиная со студенческих лет, можно сказать, занималась этой темой. Постепенно складывался интерес именно к вопросам религии. Потому что это было, может быть, в наименьшей степени известно, поскольку в советское время мало времени и внимания уделялось этим сюжетам. А документы были очень интересные. Я видела, как постепенно, тема моей работы первой была по 17 веку, я видела, как складывались отношения между русскими и коренными народами, я видела, как изменялся их образ жизни, какие были проблемы, какие были удачи, может быть, какие были взаимоотношения. И вот первая моя работа была исключительно по источникам. А потом случилось так, что в 90-е годы появилась возможность съездить и посмотреть на тех людей, истории которых 17 века я занималась. А было это связано с тем, что изменилась ситуация в государстве, открылись границы, к нам приехали финны и венгры, которые традиционно интересовались этнографией обских угров, то есть хантов и манси. И я в качестве переводчика и сопровождающего лица впервые оказалась на стойбище у хантов. И надо сказать, что испытала настоящий культурный шок, потому что я увидела тех людей, про которых я читала и про которых я писала, имея в виду их историю в 17 веке. Вот та эволюция, которая произошла за несколько столетий, и то, как они жили, это было, конечно же, потрясением. И это с тех пор стало постоянным сюжетом моих интересов. Я уже от Сибири, от Югры, от хантов и от манси отойти так и не смогла. Занимаясь другими вопросами, все равно так или иначе возвращаюсь к ним и рассматриваю какие-то интересные сюжеты в зависимости от того, какие источники попадаются в архиве. Я на тот момент была юной студенткой, и прочитать челобитную о том, что от насильств, то есть злоупотреблений по терминологии того времени какого-то местного администратора, люди не могли сдать ясачную повинность, то есть это налог, который платился шкурками зверей ценных пушных пород, и от этого они... И сейчас я процитирую документ, потому что с тех пор он у меня в голове так и сидит. «Голые босы волочились меж дворы с детишками и женишками». То есть с женами и детками голые и босые, они должны были скитаться от одного дома к другому. И мы понимаем, что это клише, это вот делопроизводственное такое клише, которое использовалось в то время. Но на меня, как на студентку, это произвело совершенно неизгладимое впечатление. И надо сказать, что в большей части вот эти челобитные, они были именно очень трогательные. И связано это было с тем, что писались они для того, чтобы получить результат, и обращались непосредственно к царю, и в каких-то случаях получали разрешение, и люди получали защиту, сменяли тех или иных местных администраторов, которые злоупотребляли, особенно обижали. И вообще практика была такая, что руководителей в Сибири в то время, воевод, например, сменяли каждые 3 года, с тем, чтобы они не успели обзавестись связями и не стали зависимыми очень сильно от местных жителей. Пушнина –
очень ценный продукт. Это, в общем-то, была основа нашего экспорта в 17 веке. Ни одно посольство за рубеж не осуществлялось без даров, а дары – это была пушнина. И поэтому огромное количество пушнины вывозили из Сибири, и это составляло в том числе и богатство страны на тот момент. Основу ее экспорта. И это был большой соблазн. И все мы люди в 17 веке были тоже люди. Конечно же, им было очень тяжело иной раз не соблазниться возможностью. Какие способы были? Вообще, тоже интересные очень документы о контрабанде. Каким образом пушнину вывозили? То есть, на самом деле, администраторы, чиновники должны были собирать ее в государственную казну, маркировать и отправлять. Но всегда можно было купить шкурку где-то подешевле, подложить ее в ясак, а себе из ясака, из того, что сдавали местные жители, забрать чернобурку. Чернобурки очень сильно ценились. И эти были злоупотребления. Потом, конечно же, присваивающий тип хозяйства, то есть охота, да, оно такое рисковое, ты можешь добыть, а можешь и не добыть, но ясачную повинность ты должен сдать в обязательном порядке. А если что-то случалось, и вот в ясачных книгах мы находим документы, в которых отмечается, кто сколько ясачной повинности сдал, то есть сколько шкурок, по какой цене, и те, кто не сдали, и почему не сдали. Иногда бывало, что человек оказался не в состоянии по проблемам здоровья, кто-то был травмирован, кто-то лишился зрения, и человек уже не может добыть пушнину. Но с него ее все равно надо взять, и вот иногда насилием брали, иногда обманом брали, подарками какими-то заманивали, алкоголь использовался. Ну, в общем, все те приемы, которые характерны для любого периода вот начального колонизации. Целенаправленно в 17 веке ни русская православная церковь, ни государство не имело в своих планах крещение. Этот вопрос стал позднее, уже в 18 веке, когда у нас сложились отношения совершенно иные с другими государствами, и религиозные практики, традиции на территории Сибири – это был вопрос уже государственной значимости и геополитики. По 17 веку нет, и русское население здесь было незначительно, и представительство русской православной церкви было еще не настолько значительно, и едва хватало священников и институтов православия для того, чтобы обеспечить нужды русского православного населения, не говоря уже о местных народах. Поэтому случаи, отдельные случаи крещения, конечно, были и в 17 веке, но большая их часть была все-таки по желанию. Почему хан Тилиманси решался, или мариец решался на это, попадая обычно в какие-то сложные ситуации. И тогда изменение своей религиозной идентичности, которая, как правило, сопровождалась в принципе изменением идентичности человека, он решал какие-то проблемы. Но вот я приведу самый благоприятный. Например, вы стрелец, попали на территорию Сибири, вы молодой человек, и в какой-то момент у вас есть потребность создать семью, вы православный, вы не можете жениться на местной девочке мансийке, например, если она не православная. То есть это будет нарушение ваших обязанностей как христианина. И для того, чтобы жениться, вы должны добиться крещения вашей любимой девушки. Вот только после этого. Значит, вот были такие случаи с целью создания семьи. Были случаи с целью избежать наказания за какой-то совершенный проступок, потому что крещение, как мы знаем, снимает все грехи с человека, который его принимает. Ну, были различные случаи, на самом деле, ну, как правило, единичные, да, и были злоупотребления, когда, например, какая-то ясачная волость отказывалась платить повинность, и тогда организовывался поход казаков, естественно, брали пленных, и вот этот пленный ясырь могли окрестить и похолопить, то есть сделать своими холопами. Но это категорически государством запрещалось. Когда встречаются две различные религиозные традиции, в данном случае мы говорим о православии и об религиозных традициях, например, хантов, да, то процесс этот бывает очень длительный. И в науке принято
рассматривать различные религиозные изменения, которые происходят. Кто-то мог полностью принять христианство, кто-то мог категорически отказаться и откочевать подальше от зоны влияния Русской Православной Церкви и администрации. А кто-то принимал постепенно, частично. И это очень характерно было и для хантов, и для манси. То есть многие элементы христианства они включали, они даже могли покреститься. Но традиции, которые практиковались их предками на протяжении тысячелетий, они тоже не отступали так быстро. И очень часто практиковали и то, и другое, особенно в случаях кризисных, когда необходима была помощь высших сил извне. Могли обратиться в православную церковь, поставить свечку, помолиться святому. Могли тут же обратиться к шаману, если это не помогало. И наоборот. Язык хантов и манси я не знаю. И в основном я общалась и собирала сведения, конечно же, на русском языке. Проблемы общения были только со старшим поколением, но тогда дети, с которыми я общалась и работала, помогали мне с переводом. Я думаю, что, конечно, польза есть и в этом плане, в плане академического сотрудничества, и в плане изучения каких-то сюжетов, и в плане обмена мнениями на различных конференциях. Это если мы говорим об академическом направлении. Но есть еще и чисто человеческое такое направление наших отношений, которое включает общение и с представителями коренных жителей, и налаживание связи и контакта не только между, вот, скажем, академическим сообществом и аборигенным населением, но и в более глобальном масштабе, то есть связи между представителями финно-угорского сообщества, ведь очень важно ощущать свою идентичность и свою связь и свое место во всем этом мировом пространстве, в том числе и культурном пространстве. Узнавать, как живут твои самые близкие языковые родственники в Финляндии или в Эстонии или в Венгрии. И в данном случае, организовывая какие-то полевые исследования и контакты, мы даем возможность шире представить и понять свою югорскую идентичность вот в контексте того, что происходит во всем мире.